Так, хочу показать, как я делаю вяленую рыбу. Dried fish. Я уже делал. И получилось очень отличное. Две штучки делал. И ушла буквально за 2 дня. Вот такая season salt. Seasoning salt. Разрезаю ее. И хребет отделяю, потом когда засолю, покажу. Так, я еще забыл, я здесь прорезаю до кожи, чтобы быстрее просохло и лучше пропиталась этой солью. Вот так солю, не сильно, так как будто через полчасика надо ее скушать. Еще немножко мерзлые. Все, и немножко так сверху, так чтобы просто не испортилось. А на вторую половинку я, ну как бы на вторую рыбину, одну просто посолил так, а на вторую беру сухой укроп и посыпаю. Тоже неплохо. Я делал одну так, и вообще отлично. И та была отлично. Так что можно экспериментировать совсем с чем захочешь. Я белую коптил. Но вот этот рецепт, который я сделал, не знаю, я не видел на ютубе такого рецепта сухой рыбы. Мне этот рецепт лучше понравился, чем копченая. Копченая у меня и сейчас лежит у холодильнику, и никто не хочет. Ай, такую скушали на раз. Сегодня решил опять разморозить. Так, такого. Закрыл. Все, сейчас. Так, сейчас с этой стороны еще посолю. С двух сторон. И на два, где-то 2-3 дня. Просаривается, потом не промываю ничего, цепляю и сушу. Вот такая получилась рыбка, пока еще засоленная, через 2-3 дня вывешу, просохнет и все, вперед. Так, вот это уже завялилась рыба, уже половинки нету, а эту еще не начинали. Так что сейчас еще разрежу, покажу внутри. Такая полностью провялилась, красивая. И очень вкусные. Такой рецепт классный. А жирная, классно. Да. Это не передать. Красота. Я только что попробовал ее на соль, на это самое, по вкусу. Вот это мне больше нравится с укропом сухим, которым я посыпал, сухой зеленый укроп, чем такая. Я раньше такую пробовал, но и это хорошее. Но вот с укропчиком это то, что надо. Так посыпаешь.
Да уж, красота. Вкуснятина. Рекомендую попробовать сделать.